бюджетная клавиатура с дополнительными клавишами и защитой от брызг воды. Познакомимся с проводной клавиатурой Oclick 530S. У клавиатуры пластиковый корпус. На тыльной стороне уже встроена ножка, задающая небольшой наклон. Отрегулировать его нельзя. Там же находятся противоскользящие ножки. Это полноразмерная модель с цифровым блоком. По обе стороны клавиатуры находятся 5 мультимедийных клавиш. У этой клавиатуры не совсем стандартная раскладка. Например, клавиши Home, End, Page Up и Page Down расположены вертикально. Что касается клавиш, они квадратной формы и с низким профилем, как у ноутбуков. В качестве механизма установлена мембрана. В отличие от механических моделей, она не будет сильно шуметь. Традиционно для недорогих клавиатур тут обычный гладкий кабель без оплетки и защиты от перегиба в месте соединения с клавиатурой. Зато устройство защищено от брызг воды. Подведем итог. Это доступная модель с защитой от воды и дополнительными клавишами. Она подходит для офиса и домашнего использования.